Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 4 часа 27 минут, 11-10 2016 года. Ежесуточно я получаю довольно-таки большое количество писем. В основном, в первую очередь, стараюсь изучать контакт. Вот, в контакте мне удобнее. До одноклассников и фейсбука руки не доходят. А почтам, которые засыпаны письмами и сообщениями, у меня вообще нет возможности притрагиваться. Очень большие объемы. Сейчас я вам прочитаю письмо. Как бы мне это письмо очень понравилось. И я хочу, чтобы и вы тоже разделили со мной те знания, которые я получил из этого письма. Пишет уважаемый Николай. Николай, здравия. Я думаю, ты не будешь возражать, если я озвучу твое чудесное послание ко мне. Думаю, будет многим интересно узнать определенные подробности. Ну, во всяком случае, мне было интересно. Ну, приступим. Слава, здравствуй. Ты часто говоришь о тайге, о Хабаровском крае. Я тоже жил в тайге два года. Хабаровский край. Поселок Охотск. Рыбачил, охотился, работал. Много чего именно там понял и увидел. Но это я так, к слову. Да, у меня есть внучка. Четыре с половиной годика. Я по твоему совету спросил, как бы играя. Какая наша земля? Кругленькая, как шарик, мячик? Или плоская, как диск, доска? Она четко и конкретно ответила. Плоская, как диск, но как много шариков на дисках. Я офигел от такого ответа. Хочу еще показать тебе одну ситуацию. Наблюдение мое. Я неплохо разбираюсь в единоборствах. Начинал с бокса, борьбы, рукопашка, потом дзюдо, айкидо, Потом все перешло в тэйквондо, хапкидо. Что я этим хотел сказать? Как мне кажется, идет какая-то кампания по отстранению классных тренеров. Ну, старых я имею в виду тренеров, доброй старой закалки. Зала не дают, оборудование не дают, а главное, полное игнорирование. Людей никуда не приглашают и никак не показывают. И в то же время выскочек, у которых, как правило, очень низкая квалификация. И их всячески поддерживают. Залы упакованы, оборудование полно, везде о них пишут, а результата все равно нет. Далее, по поводу всяких модных смешанных единоборств и боев без правил. Мне кажется, это какая-то диверсия против человечества. С одной стороны, такой боец вроде и побеждает, ну в клетке имеется в виду, обычного бойца. Ну, какого-нибудь традиционного направления имеется в виду. А с другой стороны, если это произойдет на улице или на войне, труп я поясню коротко: Боец-ударник не идет в зацеп с несколькими противниками. Боец, как правило, держит их под ударом на расстоянии, тем самым у него есть шанс выжить. А вот эти новоспеченные бультерьеры смешанники в основном используют и натаскивается пару-тройку приемов. Удушки, удержалки, болячки и все. Да и удары, и приемы все какие-то корявые, недоделанные. Весь упор идет почему-то на грубую силу. В клетке, конечно, это сработает. Но вот в жизни, уверяю, нет. К примеру, на дискотеке, если ты с одним зацепился, то двое его друганов обязательно тебя забуцают и зарежут. Такой вот пример был по собакам, к примеру, Алабай против Питбуля. Да, Алабай волкодав, но этого монстра не берет. А когда была схватка Питбуля с четырьмя волками, он с одним пошел в зацеп, а трое других его просто вытащили ему кишки из живота. Но вот Алабай легко держит оборону против четырех волков. Он не идет за зацеп, когда противников много. Он просто толкает их боком, задом, кусает, грызет. Как по мне, я узрел такой момент, в котором просматривается хитрый план по уводу с военной боевой способности воинов и подмена на псевдобитвы. Ситуация тождественная с боксом. Бокс везде. По телеку показывают. Трубят только про бокс. Бабло, все там. А бокс это просто развлекаловка. Для богатеньких. Как военное искусство, в боксе никакой защиты нет. При довольно сильных ударах руками. Но сама траектория движения удара не для войны положение новых корпуса. Да это только шоу. Вот, к примеру, в Богодухове появляется совсем молодой и практически никакой тренер по боксу. Он сам только полтора года прозанимался где-то в Харькове. А ему сразу зал, ринг, маты, мешки, перчатки. Короче, оборудование на сотни тысяч гривен. Я занимаюсь в маленьком пустом зале. Еле нашел зал. Ни одного мата, ни мешка, ни разу меня не поздравили ни с одним спортивным праздником. А такой вот уже залетыш уже марширует на стадионе. И таких примеров слава куча. Слава, посмотрел ролик Котляров и Солугудман. Слава, это ловушка темных кощеев. Слава, не ведись. Соло Гудман, Сережа, попал в сети Греев. Вот еще про слоян-евреев. Славян, евреев через терре. Та народность, которая сейчас проживает на территории так называемая России сейчас к людям никакого отношения не имеет. От себя добавлю, вообще в мире 98 так называемых славян, которые внешне выглядят, это я, Вячеслав Котлеров, от себя добавляю, они вообще никакого не имеют отношения к славянам и к человекам. Ну, Николай далее пишет, 99% гибриды, хотя они когда-то были людьми. Но еще раз повторю, территория, уважаемый Николай, не принципиально. Во всем мире живут славяне, есть и в других так называемых странах славяне люди, а есть и в тех же странах рядом с ними живут внешне похожи и говорят на нашинском языке, но они не люди. Далее он пишет, вмешательство в их ДНК сделало свое дело, они уже давно не люди, а ты именно сейчас начинаешь с ними заигрывать, и показываешь это всем, прославляя именно гибридов, а не расу. Подумай, где и как ты попался на их крючок. Да, спасибо, Николай. Очень познавательное письмо. Искренне надеюсь, что дорогим и уважаемым зрителям и слушателям оно тоже придется по вкусу. Уважаемый Николай и уважаемые дорогие слушатели и зрители. Чтобы мне выжить при моей должности, я должен изловчаться так, что мама не горюй. Я всю жизнь вынужден был скрывать, назовем условно, дар свой. Я приведу один лишь маленький пример. Как-то давно, очень давно, когда я был в детском саду, мне было, по-моему, лет пять тогда, наша воспитательница сообщила нам, что детки снег нельзя есть. И сообщила, что я вам объясню почему, покажу. Мы пошли Детсадовский двор, она демонстративно набрала ведерко снега белого, принесла в помещение, и в стакан граненый натрамбовала этого снега и встала на подоконник. На подоконнике рядом стояли другие стаканы граненые, в которых были в картонку аккуратно прикреплены луковицы. Да, тогда на подоконниках у многих стояли стаканы с луковицами, чтобы зеленый лучок был зимой. И сказала воспитательница, завтра детки придете и увидите, что будет. Мы пришли все утром, она подвела нас к подоконнику, я увидел талый снег уже растаял и какую-то там ну, черную такую сер серо серую больше муть, серо-черную, наверное. И она говорит, вот смотрите, что вы едите, там в снегу грязь. И вот тогда у меня пошел первый отчетливый образ. Я увидел в своем детстве первое отчетливое видение – которая меня не покидает по сей день. Я частенько вижу видения, образы, могу предвидеть события, могу предсказать, предугадать. Мои видения помогли мне домандрувать до такого возраста, в котором я сейчас нахожусь. Если бы я озвучивал бы свои мысли, то, наверное, бы недолго бы музыка играла. Так вот, какое было видение. И отчетливо у меня пошла проекция, знаете, такая 3D-картинка, как эта воспитательница, берет веник, берет совок, на совок с пола подметает грязь и аккуратно высыпает его в стакан. Когда я это видение увидел, я чуть не вскрикнул и закрыл рот ладошкой, чтобы не выдать себя. И вот после этого все началось. Шли годы, я был всегда недоволен, когда воспитатели, учителя, там, преподаватели меня постоянно там за что-то там ругали, там, пытались чем-то, скажем так, обличить в моем невежестве. А я их сканировал и приходил в ужас. Смотрел на учительницу, видел ее насквозь и думал, какой ты имеешь право меня, ну на тот момент ребенка светлого святого, ну может я сейчас остался им, какой ты имеешь право меня критиковать, когда у тебя грехов выше крыши. Ты, которые ты совершала свои проступки за всю жизнь, по сравнению с которыми мои Поступки это детский лепет. Я молчал, да. Я много лет молчал. Я понимал, что здесь что-то не так. И надо держать язык за зубами. Но время шло и подошло. В 41 год я вышел к вам, дорогие уважаемые слушатели и зрители. Вот. И как я иногда говорю своим знакомым, родным и близким. Ну, говорю, уже в принципе главное озвучил. Теперь можно и на покой. Но злопыхатели не дождетесь. Вячеслав Котляров еще будет долго и упорно нести знания, которые получают просто не в ограниченном количестве. На всем разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слышали меня, слушали. Всего доброго вам и спасибо вам за ваше ко мне внимание. До свидания.